сейчас смотрю по телефону, оказывается, у нас уже не плюс 18, а плюс 13. Резко похолодало, но это не чувствуется. Ну, как? Может, потому что я неплохо одета? Зато посмотрите, после дождя все деревья, трава выглядят такими яркими, ярко-зеленые, вау! Вся городская пыль с них исчезла, деревья умылись, можно сказать. Дождя пока нет. Я сейчас иду за кошачьим кормом. Надо сразу побольше купить, чтобы не беспокоиться, что кошка останется голодной, когда я поеду к родителям. Зоомагазин находится... Ой! Зоомагазин находится на втором этаже. Я сейчас поднимаюсь на второй этаж. Здесь есть кто-нибудь? Ой, здрасте. Мне корм надо, как обычно, файбер и для приверет, но только по 2 пакетика каждого. Сразу возьму побольше. Ага. А то я уезжаю на следующей неделе. Надо, чтобы киса не осталась голодной. А ей хватит? Да хватит! Она несколько дней один пакет ест. Я еще паштет покупаю. У меня по безналу, как обычно. 152 и 592. 328.